Так, всем привет. Вот моя любимая кошечка. Но она везде со мной, везде. Вот куда я пойду, вот она придет, возле меня сидит и ожидает, пока я свои дела сделаю, а потом за мной уходит. Представляете? Моя девочка, вот она, моя девочка. Девочка Тися. Тися. Она уткнулась. Знаете, на что она смотрит? Я не знаю, если только будет видно. Вот кот идет. Видите, кот, вот он. Ага, он ее увидел. Смотрите, как бежит. Смотрите, как бежит к ней. Такого же цвета, как она. А вон я. Вот кот бежит. Она от кота бежит. Убежала, вон куда убежала. Вот, смотрите, какой здоровый кабан, как свинья. Господи, простите меня, конечно. Видите, какой здоровый. Вот идут, и они беспокоят. У меня получается 6 кошек. Я потом как-нибудь видео сниму, вам добавлю. Смотрите, смотрите. Какой здоровый кот, да? Вот моя кошка. Вот. Вот кошка. О. Видите, похожий, да? У них. Ну, кот меня испугался, наверное. Вот они. Вот они. Видишь? Ну, какой здоровый кот. Это этому коту, наверное, годков так, если при мне, наверное, 3-4 точно. Постоянно каждый год в это время к нам приходят. Потому что мне одни кошки. Мне одни кошки. Во. Видите, одинаковые, да, какие они? Красавцы. Вот так-то. Везде эта кошка со мной ходит. Где меня найдет, не найдет, она везде со мной рядом. Я даже ей на шею ошейника делаю. Не знаю, наверное, не видно. Ошейника не видать, да? Во, красавцы. Даже у них эти на шее это белые одинаково есть. Сейчас будут сидеть до последнего. Ладно, не буду мешать этим мартовским котам. Хотя уже не март. Ну, почти. Пошла я отсюда. Ладно, всем пока. Вот моя девочка.